Рабочая группа как форма взаимодействия жителей и власти. Депутат Михаил Раев обратился к председателю Совета депутатов Александру Дринову с инициативой собрать за столом переговоров всех, кто заинтересован в развитии территории парк-отеля «Олимпиец». Считаю необходимым включить в состав рабочей группы жителей микрорайона, общественных организаций, депутатов, сотрудников администрации и лиц, заинтересованных в данной ситуации. Переживания жителей связаны с возможной застройкой пустующей сегодня территории, но никаких официальных документов от собственника земли в Совет депутатов не поступало. Тем не менее, чтобы заранее выработать подходы к решению этого важного для химчан вопроса, депутаты объединяются с общественниками и горожанами. Рабочая группа должна собрать, проанализировать все мнения, выработать какое-то консолидированное, скажем так, решение или, по крайней мере, консолидированный подход к этому вопросу, для того, чтобы он учитывал все социальные вопросы и вопросы хозяйственной деятельности, и вообще развития территории в целом. Идею создания рабочей группы Михаил Раев предложил еще 2 месяца назад, выступая на заседании Совета. Тогда его поддержали все коллеги из фракции партии «Единая Россия». Сегодня инициатива притворилась в жизнь. Предлагаю всем, у кого есть предложение по развитию территории «Олимпиец», обращаться лично ко мне или через социальные сети, чтобы данные предложения были обсуждены на заседании рабочей группы. Предложения рабочей группы будут учтены, если в Совет поступят официальные документы. «Олимпиец» был построен в 1980 году для участников Олимпиады. Использовался как центр подготовки высшего комсомольского состава и как база отдыха. В 90-е годы центр преобразовали в парк-отель.